Первый тайм матча чемпионата города по футболу начался неожиданно для команды «Авангард». На первой минуте к ним в ворота сразу полетел мяч от соперника «Чайка Вымпел». В состоянии растерянности команда была недолго, собралась и вернулась в игру. «Авангард» забил ответный гол противнику, а потом вырвался в лидеры. Первый тайм закончился со счетом 3-2. Старое дерби саровское, саровское дерби-классики. Соперника знаем давно, всех игроков знаем давно, в разных командах играем вместе, поэтому... Ну, интересно играть каждый раз. Каждый раз ищем, чем удивить друг друга, потому что уже многие ходы известны. Вот. Ну, посмотрим, чем завершится эта игра. Мы настроены только на победу в чемпионате. Все исправим, начнем с сегодняшней игры. Вот. А в целом по чемпионату жалко, что не очень много команд, хотелось бы больше. Верим, что в следующем году так и будет. Для команды «Авангард» это пока вторая игра. Первую они проиграли со счетом 1-2 команде «Икара». «Чайке Вымпел» тоже не повезло в первом туре. Команда отдала лидерство старту. На второй тур футбольная команда «Чайка Вымпел» настроена решительно и по-боевому. Что касается игры, то началось все, конечно, у нас очень удачно. Ошибка соперника привела к первому нашему мячу в сезоне. Вот, в целом первый тайм прошел достаточно интересно, с обилием мячей. Нам, тренерскому штабу, у меня есть помощники, естественно. Нам, в принципе, понравилось. Сделали мы коррективы в перерыве. Надеюсь, что второй тайм также пройдет интересно. А что касается чемпионата, сегодня только второй тур. В первом, к сожалению, мы выступили неудачно. Но я думаю, по ходу сезона будем набирать и выступим. Постараемся выступить успешно. Вырвавшись вперед в первом тайме, команда «Авангарда» и дальше сохранила лидерскую позицию. Противнику в ворота прилетело еще 2 гола. Итоговый счет матча – 5-2. В чемпионате города по футболу, помимо саровских игроков, за звание лучших соревнуются и гости из Елизарева. В первом круге запланировано 5 туров по 6 игр. За расписанием матчей следите в группе «Федерация футбола города Саров» ВКонтакте. Летний сезон чемпионата продлится до конца сентября. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.